Быстро и эффективно. Гранитный щебень, каждая крошка которого не превышает 10 мм, из кузова попадает в бункер и под давлением воздуха перемешивается с битумной эмульсией. Смесь укладывается в небольшую яму, предварительно очищенную от грязи и пыли. Как колеса машин плотно все это утрамбовывают. Остатки щебня вскоре уберет дорожный пылесос. Горячую битумную смесь в основном ремонтируется карта от 100 погонных метров или от 50 погонных метров и свыше. А мы ремонтируем от метра до 3 метров. Аварийно-ямочный ремонт дорог с использованием эмульсионно-щебеночной смеси проводится в Самаре с середины апреля. В настоящее время работают 2 установки МП-благоустройства. Если на улице сухо, температура выше 10 градусов, такой способ хорошо подходит для небольших повреждений дорожного полотна. Это позволяет защитить его от дальнейшего разрушения. На сегодня уже отремонтирована половина от запланированной площади. В плане у нас отремонтировать данным видом работ порядка 10 тысяч квадратных метров. В настоящий момент предприятием сделано 4 900, почти 5 тысяч квадратных метров. То есть ремонт проводится практически по всем улицам города, где выявляются дефекты. То есть чтобы они не разрастались дальше, в период осадков происходит эффективное разрушение. Если есть дефект, он будет разрушаться сильнее. Гарантия на данный вид ремонта 1 год. Полностью выполнить запланированный объем работ дорожники планируют в июле. Олег Зверев, Константин Головин. События.